Всем приветики. Я хотел бы показать вам, как вернуть старую версию творческой студии YouTube, если у вас ее вдруг забрали. Потому что у меня вчера именно это и случилось. Я вдруг, после обновления браузера до новой версии, у меня вдруг резко забрали творческую студию старую. То есть я вот зашел на YouTube, на творческую студию, и у меня вот здесь кнопочка раньше была под «Отправить отзыв», «Вернуться в старую творческую студию». Она исчезла, и появилось окно большое, что все, мы типа перешли на новую версию. И меня это очень расстроило, потому что я знал, что они перейдут когда-то, но они обещали за 2 недели до перехода уведомить тебя об этом. То есть у каждого, ну типа, индивидуальный переход будет, и каждого они типа должны уведомить. И это такой неожиданный переход меня прямо расстроил, выбил из колеи. Это как удар ножом в спину был. Меня это очень сильно расстроило, я как бы прям уж весь так прям приуныл. Но я нашел возможность вернуть старую версию, то есть здесь как бы уже нет никакой ссылки, но у меня сохранилась закладка, то есть вот эта закладка, по которой можно перейти, она сейчас не работает, но ссылка вернее, но есть сама ссылка, и здесь как бы уникально, это идентификатор вот этот, и чтобы его получить, мы нажимаем «Добавить видео», перейти в классическую версию и берем оттуда новый идентификатор, то есть вот этот вот после AR равно, вставляем его вот сюда, так, сейчас я вставлю, получается, так, эту ссылку я скопирую, чтобы она у нас была, удаляем его, вставляем новый и мы попадаем вот на новую, на старую, вернее, творческую студию. И таким образом у меня хоть и удалена возможность как бы перейти кнопкой, но я могу еще перейти ссылкой, не знаю, когда она пропадет. И это число, это на самом деле миллисекунды. То есть вот у нас есть старая ссылка, и она нас ведет, уже не ведет вчерашняя как бы. А со вчерашнего момента прошло где-то 12,5 часов примерно. Допустим, даже 13. То есть вот 13 часов умножить на минуты, умножить на секунды, умножить на миллисекунды. Получается такая цифра. Мы ее сохраняем. Берем вот эту вот циферку, которая у нас в конце, которая уже не работает. Добавляем к ней новое число. И получается вот такое число. Мы его копируем. Там надо именно, чтобы точное число было. Ну, не точное, но примерно к этому времени. То есть оно как-то следит, чтобы по времени была ссылка. Если оно подходит, вы заходите. Если не подходит, то вы не заходите. Вот. Я просто даже... То есть самый простой способ — это просто скопировать. Нажать «Перейти» и скопировать вот этот вот ID, который в конце. То есть ничего не вычисляя. Но если вдруг уберут эту кнопку, типа... перейти в старую версию студии, можно самому вычислить, учитывая с того момента, когда у вас сделана закладка вот этой вот ссылки, с каким числом, добавить к ней прошедшее количество часов в миллисекундах или дней в миллисекундах, и тогда, по идее, зайдет. Возможно, потом и эта ссылка перестанет работать, но пока что работает, и вот я снова в старой творческой студии, меня это радует. Так что, если у вас тоже такая проблема, вы можете перейти в старую творческую студию просто по ссылке. Главное, сохранить вот эту вот ссылку от начала и вот до равно, а ID получить уже там, где я показывал. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока. Покедова.